Но если про меня говорить, то меня вдохновляют нерешенные задачи. У меня бывают периоды, когда я там что-то делаю, придумываю, как решать, создаю технологию, и дальше меня это не вдохновляет. Вот я психотерапией занимался, все накуролесил, там, понапридумывал, понасоздамал. Ну и все, и больше меня не вдохновляет. Но иногда я так туда могу заскочить, и так легкое почувствую вдохновение, и убегаю. Вот, значит, но при этом огромное количество проблем. Вот сейчас я нахожусь на фазе докручивания, доверчивания всего, что связано с мышлением, и меня начинает вдохновлять такой социально-гуманитарный аспект, да, то есть вот общество, как оно живет, чем оно, как оно организуется, как оно производит субъективность и так далее. Вот, я вам уже один новый термин сказал, новый, большой, вдохновляющий, пока непонятные мне вещи, но здесь мой исследовательский интерес активно. Я читаю всякие книжки про всякие постмодерны, понимаете, эпохи постправды, про эти социальные динамики и так далее. Ну, мне сейчас дико это вдохновляет. Куда это приедет, черт его знает. Вот. И будет ли общество к моменту, когда я докручу, собственно, я пока не в курсе. Но вдохновение есть.